И всем привет, дорогие подписчики канала Marvel Tech Incorporated. Вескар с вами на связи, но это Shadow of Tomb Raider, Лара Крофт, Расхитительница гробниц. Мы продолжаем с вами проходить. Джойстик наконец зарядился. Должно хватить нам с вами пока мере на часик, то есть потом ночью снова поставлю его на зарядку. Сегодня с вами продолжаем, будем... Постараемся обойти все, что можно. Откроем сначала монолит и найдем вкусняшки. Откроем закрытые тропы. После чего займемся сюжетом. То есть изучим все досконально. Что найдем отлично, что не найдем, ну не страшно. Я хочу сначала изучить Пайтити до того, как я войду по сюжету на рыночную площадь. Потому что чую, нас поведут опять куда-то. И пока нам дают возможность осмотреться, я хочу осмотреться. И он там здесь сидит, ему ничего не будет. Он там шашлычок кушает, общается с местной охраной. Лара тут вся в золоте ходит. Вся в шелках. Ну, формально в лампе. Хотя формально в ламе. Ну, главное, что она ходит, гуляет, путешествует. Кушает, ребята, ребята, сытно, гробницы местные разграбляет, памятники оскверняет, и никто ничего не мешает. Почему нам сразу пока это все не сделать? Потом еще начнут предъявлять. Так, заранее все сделаем. Самый хороший и грамотный подход. Да, мисс Крофт. Так что сейчас сначала мы изучим все источники сокровищ, то есть тайны монолитов. Ну, если есть возможность, почему бы нет? Это лишняя прокачка. Я с удовольствием это сделаю. О, наш значок. Ну, мисс Крофт. Как долго грузит? Сказала, началось, да? Так. Почему я тут? Я был не здесь. Ну-ка. А про это все собрано. Так, как вот забрать вон там, я знаю, только я не понимаю, почему золото сейчас отмечено. Оно не должно быть отмечено. Бред какой-то. Мы должны были быть монолиты. Я делал сохранение. Да, умбаем. Так, давайте сюда сразу сбегаю, заберу. Может, автосохранение специфическое? О, подождите. Вот это заберу. Нет, вроде все собрано. Никаких претензий нет относительных. Так, а ну вот там. Извините, немножко зеваю. День муторный выдался. Наша лама крепко скачет. Уронила в речку мяч. Да, Сац Мальхацка. Не знаю, что это такое, но что-то интересное. Так, да, смотрите. Он уже не читается, это значит, что он активен. Так. А нам нужно плыть туда. Ну, давайте поплывем. Вопросов нет. Так, а это что? Давайте потренируемся с подводом плавания. Так, о, вижу что-то. А, это берег.
тоже возьмем все. Так, это я забираю. Понадобится. Всегда понадобится. Так. Ближе к водопаду. Так, а что он там говорит, этот? Воды внизу защищают меня от вод наверху. А воды внизу защищают меня. Подожди, а ты входишь в зону водопада? Нет, не входит. Воды внизу защищают меня от вод наверху. Не, слушай, ну это только водопад. Так, если по очертанию, он должен быть где-то в центре обычно. По логике. Получается, где-то здесь. Чисто на ощупь. Так, ладно, поднимаемся. Не знаю, что я тут нашел. Но я его решил, поняли, да? Да, погас. Так, идемте ко второму. Там же заодно можно открыть вышку и прыгнуть сюда. Тут, получается, поплаваем сегодня много. Лара Крут. Подводные плавания. И всякие прелести. Джессика так вибрирует каждый раз, когда она плавает. Прямо... О! Сколько я могу сделать? А, на десятку. Это если что... Он увеличивает все на одну единицу, да вы издеваетесь. Не должно быть так. О. Так. Прям выращивают. Ой. Вот что значит добровольный труд. Когда ты делаешь для себя, выходит прекрасно. Когда тебя заставляют, ни хрена не выходит. Так, давайте к этому налиту. Так, монолит Монолитовна. Речь о месте неподалеку. Младший из четверки отвернулся от братьев. Он не может говорить. У него во рту я. Младший из четверки отвернулся от братьев. Он не может говорить. У него во рту я. Четверка. Раз. Два. Три. 4. Я так полагаю, вот самый младший, это самый низкий, наверное, имеется в виду. Но с другой стороны, он должен смотреть на брата. Раз, два, три. Эти трое, ну, плюс-минус смотрят. Вон тот вообще не смотрит, скорее всего, вот в той башне. Если он ее затрагивает. Так, сначала только тут давай откроем. Ныряние. Ныряние мы сделаем, спасибо. Но сначала зайдем к младшему. Я тут хочу убедиться, что это реально его зона. Да, все входит в рамки зоны. Прекрасно. Ну, четверка это, скорее всего, ну, одна из... Да, он отвернулся от братьев. О, да. Иди, Кларочки. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое, реально. Открыта тайна монолита. Исследуйте мир, чтобы найти все монолиты вокруг. Ну вот прекрасно, с этим разобрались. А стоп, а тут есть кто-нибудь из изгоев?
Тут вроде никого не нашел, строго говоря. Ни с кем говорить не надо, поэтому, думаю, проблем не будет. Так, прыгнуть, а потом бы, чтобы нырнуть. Ну, давайте. Эй-эй-эй-эй-эй! Чё за издевательство? Я правильно нажал? Я на Б нажимал. Еще раз. Это достижение, это, как говорится, опыт дополнительный. Надо попытаться. Давайте сначала с небольшого уступа попробую. А, нужно моментально нажимать. То есть ты прыгнул, летишь, и пока ты не начал падать, то есть пока ты в воздухе, начинаешь нажимать на Б. Все, принцип понял. Я не часто делаю эти прыжки. По-моему, последний раз их делали, если не в рамках этой игры, то предыдущий, Rise of Tomb Raider, когда она прыгала в сибирские ледяные реки. Угу. Было такое. А вы что думали, Лара такой не способна? Ха-ха. Она закаленная реками Сибири. Так что лучше ее не бесить. Вот. О, как глубоко. Так и разбиться не слово. К счастью, тут на дне сразу есть медикаменты. Так, ладно, давайте ориентироваться по необходимости. Тут есть документик, там есть много всего. Для задания Пискова. А, они помечены? Так, минутку. Он сказал их 5. А где еще один? Так, допустим, одного мы нашли. Вот здесь он будет. Найти не сложно, я там бывал. Второй здесь, третий здесь. Я вообще рад, что он все это пометил. Подождите. А, все, это ниже уровня основного сюжета. Так, а еще один где? Кто-нибудь видит метку? Или двое рядом? А, ну в принципе логично. Изгоем же не запрещено разговаривать друг с другом же. Он же с Ларой разговаривал, с детьми разговаривает. Да, Акабена. Каблюна, не знаешь, какой язык они там говорят. Я плохо знаю кичуанский. Не судите за это строго. Давайте сразу сюда. Нам все равно вдоль идти, мне это находить надо. Сейчас выполним, заберем эту вкусняшку. Выполним этот квест с Писковым. Не буду с Писковым. Писков, Пис, Писец. Пискотряс, как вариант, тоже может подойти. Но... О, нифига лисы. Нифига лисы. О, вкусняшка. Что они тут? А я с тобой разговаривал или нет? Вроде нет. А вы кто? А? Пришла нас ограбить, чужестранка? Великие воины не справились с испытаниями. В сокрытых местах можно найти немалое богатство, если выживешь. О чем ты говоришь? Обряд посвящения. Это испытание помогает отделить маис от сорной травы. Его должен пройти каждый воин секты. Такой, как ты, это не под силу. Ты не представляешь, на что я способна. Даже я согласен с этим утверждением. Посмотрим, поможет ли тебе твое высокомерие пройти его. О, гробницу дали. Спасибо, мне дадут еще добраться. А теперь, раз вы сказали, что я могу вас ограбить... Кстати, а куда это ведет дорога? О, это тайная дорога. Вот это мне нравится подход. Сюжет подождет. У нас есть еще много с вами, чем уже заняться, оказывается. Город куда шире. Да, малюк мне было. Так, ребят, у нас есть расширение. Сюжет затягивается. Оттягивается.
Я уже хотел сейчас беситься, думал на этом уступе, к счастью, нет. Он над этим уступом. Я тут все прошерстил, но чё-то не ожидал, что здесь что-то такое будет. О, спасибо, я забираю. Этот не пускает, понятное дело. Так, ладно, мы здесь. Идемте сначала туда. Я буду время от времени ориентироваться на карту. Потому что только так я могу ее найти. Так, почти близко мы. Так, а тут, кстати, должен быть пароход. Так, это первый Писков, это его зона. Это зона отдыха. Нам не сюда, нам сюда. Так, вот зона подходящая. Он должен быть здесь. Либо под, либо над. Под вроде ничего нету, поэтому идемте над. Великий Кондор благословил нашу любовь. Выкинутые? Привет. Привет, Ишик. Редко встретишь чужака в городе. Писко отправил меня поговорить. О, Писко, хороший парень. Ты видела других чужаков? Только одного. Он был красивым, умным и нежным. Мы любили друг друга, но секта Кукулькана объявила нашу любовь преступной. Какой кошмар. Согласен. Меня приговорили к смерти, привязали к скале и оставили умирать. На третий день я ждала смерти. И тут он нашел меня, чужак. Освободил и залечил раны. Кто он был? Я не знаю его имени. Прошло так много лет, но я все равно верю, что еще увижу его. Я часто хожу на те скалы к гнездам кондоров и собираю их перья. Они напоминают о нем. Невероятная история. Спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что выслушала меня. Слушайте, реально хорошая история. Ой, не так топка. Надо бы туда сходить. Следующий здесь. В принципе, можно обойти вот тут. О, что тут? Это я забираю. Изымается в целях рекультивации крофт. Это я тоже возьму, спасибо. Так, мы где? Мы очень близко. Так, там я тоже все много забрал. Я никакой не Хецекалькуатль, но спасибо за прозвище. Очень мило. Так, или не дом. Ну ладно, мы пока не распускаемся. Отпусти, Лара. Отпусти, кого сказал. Отпусти! Так. Почти близко. Вот здесь он должен быть. Вот в этом здании. Так. Вы не Хабобла. Спасибо. Значит, здесь он должен быть. О, вы Хабобла. Капибара? Привет. Ты же изгой, да? Да, Ишик. Приветствую. Я слышала, ты говорил про белую капибару. О, не одна. Их тут много. Писко отправил меня поговорить с изгоями. Ты охотник? Теперь да. Я был фермером, но такая жизнь не для меня. Я был будто заперт. Должен был все время оправдывать ожидания своей семьи. Но я смог найти собственный путь. И виновата в этом белая капибара? Нет, Ишик, целое стадо. Как-то ночью они пришли на мое поле и все вытоптали. Я не пытался их остановить. Я просто смотрел. Они навели меня на мысль. Целое стадо белых капибар. Что, если я смогу выследить их? Смогу бросить работу получилось? В поле? Получилось? Лучшее решение в моей жизни. Отец отрекся от меня и отдал ферму сестре. Но мне все равно. Я теперь охотник. Меня зовут Пайму Белый. Спасибо, что поделился со мной, Пайму. Спасибо, Ишик.
правильно, вот прекрасный пример, когда случай дает решение, вот реально. Ну, вот ненавидишь ты работу своей семьи, а тут тебе, ну, я атеист, у меня, знаете, ребят, но если говорить языком их религии, я бы сказал бы, что его боги сами направили на новую работу. Хоть кого-то да есть. Даже у меня нет. Сейчас. Так. И нам опять же туда. Туда и туда. Последний находится здесь. Так, а тут у нас... Последние прыжки с водопадами. Так, ну ладно. Нам получается идти только в одно место. Мы в нем уже бывали. Не хмыкай. Хмычка отвалится. Та-да-да-та-ра-та-та. Так, где ты здесь? Теперь с вами. Я служу Ишчель по-другому. А как? Привет. Тебя тоже изгнали, да? Да, Ишик. Я Часка. Я Лара. Меня прислал Писку. Писка мертвец? Послал тебя ко мне? Да. Ты проиграла ему в Патолле? Если бы. Нет. Мальчик Таки проиграл ему свои кубики, и я пытаюсь их вернуть. Писко сказал, чтобы я поговорила со всеми изгоями, и тогда он мне их вернет. Странно, что он не стал уговаривать тебя сыграть на них. Пытался. А, могу тебе сказать только, что меня изгнали. Как Писко. Я потеряла и работу, и положение, но это была не случайность. Меня изгнали из-за моего поступка, и я о нем не жалею. А что за поступок? Что случилось? У тебя есть дети? Нет. У меня тоже нет. Ишчель не благословила меня. Но я помогла появиться на свет трем детям моей хозяйки. Я любила их как родных, пока меня не изгнали. Что ты сделала? Я воровка, Лара. Что ты украла? Ожерелье из нефрита. Зачем? Самая младшая Каяра увидела его в гостях у друга и взяла. Позже за ней пришли, ее бы изгнали, а ведь она еще ребенок. Я сказала, что это я его взяла. Хозяйка забрала у меня ожерелье и разбила его об пол. И меня изгнали. Мне так жаль. Не жалей меня. Я бы снова так поступила. Каяра усвоила урок и проживет достойную жизнь. А я могу отдавать почести Ишчель своим шитьем, как учила меня мама. И моя Каяра приходит меня проведать. Спасибо за твою историю, Часка. Каяре с тобой повезло. Удачи, Ишик. У Лары вообще ноль эмоций, но... Вот этот поступок, он реально заслужит в каком-то смысле уважения. И главное, что девчонка реально поняла свою ошибку. Но я не понимаю, зачем разбивать нефритовое, блядь, ожерелье. Ты что там, богатейшая, что ли? Надо отдать чужая собственность. Да, она украдена, но это чужая собственность. Ты не имеешь права ее разбивать. Надеюсь, мамашу этих девчонок уничтожили за растрату чужого имущества. А что, это реально так? Она уничтожила чужое имущество. Она не имела на это никакого права. А вот, блядь, такого не бывает, а вот... Бывает. Так, давайте сразу улучшением займемся. То, что у меня нет оружия, это не значит, что я не могу его улучшить. Так. Но он сразу... Да, там еще одно заступ... А, да, есть одно. Но он сразу... Хотя он во времени удержания очень хорош. Так, этот хорош немножко в уроне, но в остальном проигрывает. Так, какой у меня сейчас активирован? Вот этот, да?
Лук изгнанника. Ну, слушайте, по характеристикам он самый лучший так-то. Разве что рекурсивный лук по времени удержания хорош, по урону одинаковый, скорость стрельбы пониженная. Скорость и готовки. Ну слушайте, наш рекурсивный лук хорош сам по себе. Ну ладно, я пока лук лиса изгнанника оставлю себе. Так-то, особенночку. Что там у меня еще было? Да, молодец, Лара. Покидай крюк погони. У нас же их запас целый. Пусть все сгорит. Одно очко там, да? Ну и прекрасно. Так. Я нашел трех. И не Фридзе. Я там был! Какой, блин, не Фрид! Я только что туда сегодня заплывал. Я только что там сейчас был. Там никакого нефрита не было. Я там буквально все протыкал. Я нажимал на X, если что. Ни хрена ничего не было. Так. Прямо. Направо. Вверх. Наверх. Так, и здесь где-то должен быть. Да. Чуть выше. Кто-то из них. Свинка, что ли? Ну да, он здесь должен быть. Вы? Нет. Вот. Примак, кажется, у нас гости. Привет. Ух ты. Привет. Ты Лара, верно? Да. Тебя прислал Писко. Да. Я Мараэка. Я уже второй раз за сегодня слышу твое имя, Лара. Сектанты говорят о тебе. О, это хорошо. Ты начала очищение. Ты нашла ключ Чакчель. Да. Не печалься, милая. Очищение уже давно надо было начать. Нужно решить, продолжать или начать все заново. Нелегкое решение. Согласен. Ты это слышал, Римок? Решать судьбу всего мира, говорит, непросто. Она мне нравится. Ты права, Лара, непросто. Первый и если решение примет секта Кукулькана, нас сделают рабами и назовут это спасением. Верно же, Римок? Хм, он неразговорчив. Сектантами движет страх. Страх чего? Страх внешнего мира. Страх перемен. Понять но можно. Снаружи нам угрожает то же самое, что есть в каждом из нас. Наш враг — это страх, а не перемены. Только перемены постоянны. Ты смотри, как я разболталась, Римок. Леди хочет купить что-нибудь полезное для своих поисков. А можно? Вот это у вас наборчик. Вы посмотрите, а бабулька-то непростая. Так, ладно, раз вот... Полностью автоматический пистолет, обладающий повышенной скорострельностью, но с нижней огневой мощью. Так, это... Мне она уже нравится. Отмычка! Так, купить. Все. Приоритет номер один. Отлично. Алая охотница... Жумар. Совместная альпинистская... приспособление военного образца используется для быстрого перемещения по веревкам и разрушения прочных преград. Беру. Забирай. Ты будешь у меня на сегодняшней арт-заставке. Ты заслужила. Ребят. Поставьте лайк этой бабуле в сегодняшнем стриме. Она заслужила. Спасибо. Так, давайте тогда хоть что-то вам продадим. У меня золото. Вы будете покупать золото? Забирайте все. Забирай. Спасибо. Вот нефрит возьмите, я все равно еще там пособираю. Отлично. Так.
Это у меня тоже добра полно. Забирайте. Оно восполняется у меня быстро. Отлично. Это я все равно не собираю. Забирать. Не использую. Так что давайте. Волчьи шкуры тоже. Отлично. Забирай. Да, вы правильно поняли. Я хочу купить у нее эту штуку. Отлично. Спасибо. Да не за что. Вам спасибо, добрая душа. Приходи, если нужно будет что-то еще. Не просто приду. Мы сейчас с вами сфоткаемся дополнительно. Я сделал, конечно, посмотри, хорошее. Посмотри, что у меня есть на продажу. Сейчас. Дайте я сначала найду хороший кадр. Вы слишком хороши, леди. Вас игнорировать нельзя. Лара, встань, нормально. Посмотри, что у меня есть на продажу. Может, вот так? О, или вот так вот, может быть. Ну, в принципе, да, я могу потом направить ее в правильном направлении. Давайте сделаем с этой позиции. Эта старушка заслужила хотя бы хороший рендер. Так что нет, ребят. Мы сделаем все как надо, как полагается. Так, ну, походи, посмотрим. Слишком забавно смотрится. Нет, позиция неправильная. Надо ее поближе, чтобы можно было какую-то композицию бы сделать. Посмотри, что у меня есть на продажу. Слушайте, а вот это может сгодиться. Так. Мне нравится формат. Лама Ра пришла из Египта, вдохновленная. Тоже интересный вариант. Святая. Кстати, она летает, если что. Дайте покажу. Лара Крофт и шаманка судьбы. Великое покаяние. Yes, sir. Вот это хороший вариант. Мы сделаем вам новый дом. Мы сделаем вам новое небо. Ну вот это еще пригодится, ладно. Лицо отсюда я не увидишь, поэтому не страшно. Вот бабушке, спасибо. Теперь с Писковым надо поговорить. Это я возьму, спасибо. И отправимся в джунгли. А, не, сначала заберем Нефрит. И перья Кондора. Привет. Писко? Ты со всеми поговорила, ведь так? Да. Да. Но ты все равно не поняла. У них у всех есть надежда. Чтобы выиграть, тебе нужно постараться, Лара. Надежда — это одно. Но все, кого изгнали из города, наслаждаются своей жизнью, несмотря ни на что. Даже ты, Писко. Ну, я играю в Патоле лучше всех в Пайтите. Неплохо для мертвеца. Совсем неплохо. Итак, что ты узнала? Я поняла, что пожертвовав чем-то, можно сделать жизнь лучше. Что не стоит ограничивать себя наследием своей семьи, можно найти собственный путь. Любовь сильнее смерти. И нужно верить во что-то большее, чем просто в себя. Но невозможно контролировать все на свете. От того, как ты поступаешь, зависит, кто ты. Хорошо сказано, Лара. Ты точно не мертва?
так и думает, что проиграл лишь потому, что ему не повезло. Но не кубики выигрывают игру, а умелый игрок. Теперь ясно. Что ты думаешь о Мараеке изгнаннице? Она ждала меня. И как будто немало про меня знала. А, она про все знает, Ишик. Она продает необыкновенные вещи. Только боги знают, зачем они нужны. Я видела. Повезло, что ты нашла ее. Она часто собирает товар на продажу где-то за пределами Пайтити. Она показалась мне самой жизнерадостной. Так и есть. У нас в Пайтити говорят, мы вершим свою судьбу. Мы не выбираем обстоятельства, зато выбираем, как в них поступить. Пожалуй, Такию надо это усвоить. Хотя за что ее знали? Игра. Кто слышал? Спасибо, Писко. Я верну кубики Такию. А я могу с тобой поговорить? Следуй за звуком барабанов. Каких барабанов? Никаких барабанов не вижу, не слышу. Ой, могу тебя изучить? Я не понимаю. Много общего с креольским. Креольский? Можно я перед вами постою? Нет, папка у нас будет, конечно, не переживайте, я ее никуда не кину, я сказал, и она будет, все. Мне вот это вот понравился с этими двумя. Лара прогрызла. О, хороший кадр. О, какой красивый кадр, она прям буквально его за руку схватила. Такая уколодилась по-британски. Ну, я сделал хороший кадр, мне устраивает. Ладно, идемте отдадим кубики мальчонку. Ну, на удивление, каждая история реально очень интересна, насыщена и богата. Уйя гуим дан, тянтеш у пахталил. Хахатан. Кабет ачаам нукте гуалкила. Кабель Валькирии? Интересное сочетание, я бы на это глянул бы. Так, где мальчишка-то? Я потерял его. Красота. Согласен. Мне нравится этот базар. Красивое место. Если никто не видел, то никто не спиздил. Сначала нефрит заберем. Много нефрита не бывает. Я нашла твои кубики, Таки. О, спасибо. Ты же говорил, Писка украл у тебя кубики. Все знают, что Писка вор. А он утверждает, ты хотел сыграть и проиграл. Он больше не будет со мной играть. А ведь еще бросок, и он бы мне проиграл. Писка просил передать. Не кубики выигрывают игру, а умелый игрок. Кубики снова у меня. И я могу тренироваться дальше. Спасибо, Ишик. Спасибо еще раз, Ишик. Хорошо, что кубики у меня. Почему мне кажется, что Ишик это означает что-то оскорбительное, но мы этого не знаем. Кучуль!
Одежда от кутюр до сюда даже добралась. Красота. Я вот этот водопад, сколько раз мы там с вами побывали под ним? Раза три? Все протыкал, ничего нету. Тут ничего и нет. Подожди. Тут что ли есть пещерка, что ли? Подождите. Стоп, я ничего не понимаю. Я в правильном месте? Правильно. Так глубоко. Очень глубоко надо залезть. Может, тут есть какой-то тайный ход? Либо так, либо там под... находится какой-то подземный ход. Но она слишком низко. Так, ладно, во-первых, хотя бы можете призвиться из водопадик. Я думал, что... Опа. Здрасте. Так, а что это за проход у нас? Куда он ведет? И для чего? А, видите эту дыру? Это явно какой-то тайный выход. Ну, ее нету, дыры, она скромная. Вот с экрана вот здесь вот посмотрю. Забавно, вот второй экран, как их локатор. Темень, да свет. Ладно, там не заберешь. Там не заберешь. О! Кстати. На то правда. Че плавают-то? А тут столько сундуков с улучшением. Вот один. Где-нибудь второй есть? Наверняка. Есть. Вот тут второй. Надо тоже сходить забрать. Да, давайте сплаваем. Потом пойдем в то поле испытаний. Я почему не иду сейчас в сюжетку? Потому что в сюжетке наверняка что-то будет сейчас интересное. Я не хочу, чтобы бабку переплюнули. А она заслужила свое место. У нас на арт-заставке. Она реально заслужила. Кто с этим не согласен, иди к черту. Потому что вот эта бабка реально заслужила. Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь Мятежника. Мятежника ищут, нюхают, обнюхивают. Знаем, слышали? О. Чего нету? А-а. Так, стоп, минуточку, где у нас ближайший сундук? Ага, вот там дальше в глубине. А, там... А, стоп, подождите, я могу сейчас там оказаться. У меня же сейчас есть и отмычки, и этот... Жибар. Откуда у старухи жибар? Любопытно понимаю. Ну, хотя... Она надо его дала, продала, но по хорошей цене. Да, у меня нет прокачки у торговцев, но все равно хорошая цена, как по мне. Чем не воспользоваться-то?
Так, как мне это тебе достать? И это должен быть проходик. Нет, это не мой. Давай-ка глотни воздуха. Глотнул, молодец. Проход должен быть простым. В крайнем смысле? Подожди, дыши. Чего не ожидал найти, так это этого. Вот я говорю, нашли незатейливый проход. Надо найти только, где подышать можно. Так. Эта олиповато украшенная палочка для добывания огня, похоже, предназначена для церемонии нового огня, праздника ацтеков по случаю наступления Нового года. Праздник — это 5 дней поста, кровопролития и жертвоприношений. Палочку ставят на грудь человека, недавно принесенного в жертву. Ее искры зажигают большой костер, от которого получают огонь все находящиеся рядом храмы. То есть они имеют в виду, что разжиг проходит на трупе. Видимо, это имеется в виду, да? Я так понимаю. Но эту, похоже, ни разу не использовали. На ее зарубках нет крови. Хорошо. Владелец адекват оказался, видимо. Так, давай, Лара, теперь... Быстрее. Кислород не нужен. А, в принципе, да, мы, кстати, прокачали, чтобы она могла дольше дышать под водой. О, голова. Прокачка пригодилась. Привет, дай пролезу. А ну не жалуюсь, тут вода везде, ты и так посырел бы. Вы меня правильно поняли. Я сейчас, скорее всего, буду летать из точки в точку, собирать здесь все, что могу. А почему нет-то? Пока можем, пока прокачиваемся. Вот я вам сейчас кое-что покажу. Вот смотрите. Сейчас сохранимся даже. Коль уж мы сами это сделали. Вот смотрите, у нас сейчас 3... Ну, может быть, не 38, может быть, где-то уже 39 сейчас будет, с учетом того, что я прошел. Да, видите, прямо буквально рассчитываю. Мы чуть ли не наполовине. Когда мы были в Китежграде, и то меньше было, когда мы находили Китеж сам. Понимаете? То есть вроде бы последовательность схожая. А нет. Есть расхождение. Вот. А тут есть что-нибудь? Ну-ка. Опля, тут есть какой-то ход. Куда ведешь? Нам говорили, что тут есть что-то. Надо изучить. О. Давай добывай. Так. Сейчас, поднимем, успокойся. Не тут золотая... Я думал сюда спрыгнуть, но я не думал, что он реально рабочий. Так, а у тебя что, Писков? Как эти вещи могли быть сделаны инками, если у них форма самолета? А, ясно. Это какие-то насекомые.
Археология имеет дело с весьма тонкими материями. Археолог должен стараться мыслить как люди, которые умерли за несколько веков до его рождения. Люди объясняют необычные явления, основываясь на имеющихся у них знаниях. Если бы инки увидели самолеты, то, наверное, приняли бы их за птиц. Возможно, что это вовсе не очертания насекомых. Некоторые из объектов больше похожи на рыб. Нет, слушайте, есть, конечно, летучие рыбы, но они водятся, насколько я знаю, в Японском море. Ну и, в принципе, в районе Индонезии, Японии. Но перо они никак не могут казаться, даже если бы оказались бы. Нет, бред, конечно. Тем более, смотрите, ну слишком складно сделано. Конечно, понимаю, чисто упрощенная вещь, но... упрощенная, но все же... Ну, сложно сказать, конечно, опять же, все это дело, теория заговоров и так далее, и тому подобное. Так, ладно, давайте сейчас сориентируемся, куда я могу отправиться. Учитывая, что город, скорее всего, мне недоступен. Или доступен. Там склеп, тут склеп, там могу поторговать. Заказчик заданий есть, кстати. Так, ладно, давайте сейчас сначала за птицей сходим, потом вернемся в Кусумель. Ну, не в Кусумель, а как там. Она синим светится? Ну, забавно. Потом вер... Так, где эта птица? Она должна быть рядом, недалеко от меня. Да, до нефрита не могу добраться, но до остального-то могу же. Так, давайте добираться. Уже 50 минут, кстати, записываю. Хотя бы давайте до орла доберемся. Да, он кобель был. Ну какой кобель? Издалека кажется вроде бы обычный камень. А по... Если дашь волю воображению... Начнешь думать всякое. Так, вот это любопытно. Здрасте. В таких кадильницах ацтеки жгли благовония, чтобы говорить с богами. Но это, походу, не использовали, да? Они что, ценник? Она все еще пахнет копалом. А, наоборот. Видимо. Так, ну точно. Ребят, здесь явно... О, тут тоннель. Походу, еще один из проходов. Вершина этой горы скрыта за плотными облаками. Не знаю, что означают два этих холма поменьше, стоящие по бокам от горы. Гуд царицы Савской? Я бы не удивился, если бы они до сюда добрались бы. В Вавилоне они очень, да, такие, знаете ли, прогрессивные были. Маньяки культуры. В хорошем понимании, конечно же. Мне нравится, что здесь так все хорошо огорожено. И никаких других путей наверх нет. Так что либо тут, скорее всего, вот через эту зону будет проход. И учитывая, как направлен он, скорее всего, так оно и будет. Капибар альбинос. Да и тут много чего есть. Я бы с удовольствием сначала бы вот тут реально полазал бы. Тут есть проходы, другие зоны, которые могут привести туда, куда нам надо. Этим можно воспользоваться.
Да, я не отрицаю того факта, что как только начнет продолжиться сюжет у нас, скорее всего, случится какая-нибудь дофигня. Но никто же сказал, что я не могу. Кстати, я могу попробовать телепортироваться? Давайте попробуем. Я могу телепортироваться в рамках одной зоны. Нет, глушак все еще лучше. Но зато хотя бы у нас есть что-то. Змеиный пусик. Он растет, но все равно пока не очень хорош. Адонис прям пока самый лучший. Адонис пока самый лучший. На втором месте у нас рекурсивка. Ну там что по урону, он одинаков с ним. И только время удержания. Скорострельность не играет роли для меня в моем случае. Мне главное, чтобы хотя бы удержание было подольше. А в данном случае змеиный лук лучший вариант. Но у него слабый урон. Лук от Лалли. Он уступает очень резко по двум параметрам, но и немножко дает улучшение, поэтому как... Мне нужен хороший сбалансированный, наверное. Лук Пакаука. Знаменитого травника, который, как говорят, был в других мирах. Бэтвойс, если ты меня видишь, походу это, кажется, про тебя. Если кто не знает, есть такой канал переозвучек хороших... маленьких сцен, Bad Voice. Это не реклама, чисто вспоминаю. Там был эпизод один, где два напарника пошли два разными классами. Один ассасин, другой травник. Походу мы нашли оружие травника. Забавно. Чего только не бывает. Ладно. Давайте попробуем. Могу ли я переместиться в другие зоны? Для начала мне интересны зоны, где есть сундуки. А именно вот этот. Там. Я обязан. Это обязательство. Мы с вами пособираем все сначала по территории, потом продолжим сюжетку. Ну, вы знаете меня, я всегда так делаю, ребят. Когда я это так не делал? Я всегда это делал. Дайте мне поизучать мир, я его поизучаю. Ведьмак, Лара, предыдущие. Да я всегда это делал. Да, я не люблю гринд. Но я люблю сюжетный гайд. То есть собирать какие-то вот мелкие детали истории. И причем, если они меня захватывают. Если это какая-то там принеси, занеси, вставь, выстави, эта фигня мне особо не интересна будет. Но мне реально интересно узнать, что оставил для начала Фоссет. То есть, ну, на копибар сейчас немножко походимся, потренируем наш лук. Ну, ладно, не сейчас. В следующий раз. Но ящик мы сейчас достанем. Мне тоже интересно, что там. И я знаю, что тебе тоже интересно. Так что не говорю, что неинтересно. Не поверю. Чё, ты целый чат записываю? Спасибо, бабки. Нет, реально, ей молодец. Она вот эта старушка, она прям молодец. Она дала нам все, что необходимо. Даже сверх того, я бы сказал бы. Так что можем, в принципе, поизучить местность, посмотреть, что можем открыть, что не можем. Да, спокойно. Там он сидит в заложниках, ничего ему не будет. Ему даже там безопаснее, бы сказал бы. Сейчас пока все равно хорошо. Там у них тихо, спокойно, уютно. Кстати, забавно, а если Лара долго не будет к ним возвращаться, они как-то среагируют на ее отсутствие в отношении Ионы? Ну, как бы логично, все-таки древний закрытый город, тайная цивилизация, их никто не должен находить. Слушайте, а вот это реально интересный поворот. И как бы мы еще пока не решили вопрос, заложник ему или нет. Иона формально заложник.
Прекрасно. Хоть что-то хорошее носит. Так, дайте я поменяю костюм для начала. Благодарю. Эти тряпки мне не нравятся. Так. Так, идемте сначала к посоху. Посох внизу. Спокойно открыть сразу я не смогу. Ладно, пусть бежит. Мне сейчас главное интересен именно посох. Спуск вот здесь. О! Ягуары что-то опять покушали? Мило. Так, ага, вспомнил. Там суп. Там она где-то заснута и... Ну и ладно, сейчас. Так, вот он. Нет, ты спускайся вниз. Так. Так. Так, давай. Молодец, залезаем. Фосфот, мы идем за твоим сокровищем. Реально надо, ребят, ну... Грибочки звону пособираем, тут все равно их много растет. Звук. Этот кусок полированного серебра вставлен в золотую оправу и инкрустирован бирюзой. По-видимому, это какое-то декоративное зеркало. Так. На что я должен обратить внимание? О, стоп. На его задней стороне искусно вырезано изображение из щель. А почему не среагировал сразу? Парочка сердечек показалось. Ладно, давайте выбираться из этой задницы. Так. Давай, залезай. А как эту способность, кстати, включать? Мне любопытно. Вы тоже слышали этот звук? Мне не показалось. Это точно не эти заразы делают. На них-то не похоже. При натяжке. Раньше она сначала целилась, а потом натягивала. Хотя, может, я ошибаюсь? Я объясню, в чем соль. Среагировал это... Это все среагировало только после того,
как она смогла прицелиться, натянуть тетиву, только потом. Так, давайте найдем парочку вариантов. О, вот, вижу одну. Так, а где эта жердейка? Так, стоп. Я же ее застрелил. Так, где тело? Где туша? Пусти. Ничего не понял, я же в нее попал. Где тело-то? Где туша-то? Сбежала, что ли? Так, ладно, походу я уже совсем расслабился. Ладно, идемте к лагерю, там немножко вернемся в прежнюю норму. Спасибо. Дорогу подсказывай. Ты уже заплутал. Вот смотрите. Ну ладно, пусть убегает. Я думал, что получится, но не получится. Они тут прямо чисто расслабились, после того, как мы ушли. Поэтому понятное дело, почему они так себя ведут. Ну ладно. Так. Мне так мило сопер. Честно говоря, поэтому даже соскучился. Мне кажется, я зря даю лишний ресурс. Ну, с другой стороны, в принципе, нам же деньги нужны, нужно все это дело приобретать. Это оборот. Так что, в принципе, все нормально. Так, вот что у нас там по навыкам? Сейчас мне больше любопытно. Если там на пони ходит. А мне нас не боятся, гуляют себе хорошо. У меня 3 очка навыка уже есть. Так, когда я успел? Так, давайте тогда сначала вот это. Я часто к ним захаживаю. Хорошие цены, выгодные цены у торговцев. Мне нужно больше золота. Да, я бы взял бы 4 штуки, но сейчас пока смысла нету. Да, пекарь. Капибара. Капибаринский. Ладно, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Давайте заглянем. Повлиял как-то тайник фоса-то на это? Мне любопытно. Или не повлиял на размер? Я бы должен, наверное, с одной стороны. Да. Видите? То есть я вот это все собираю, вот все эти кусочки, и это по факту продвигает игру. То есть мы под с вами проходим. О чем и речь? О чем и речь? Мы сдали с вами задание епископа. Мы поговорили со всеми изгоями. Нашу шикарную бабку-торгушку, у которой пушки есть в закромах. И отмычечки, и жмар. Не знаю, что это за штука, но что-то интересное. В общем, очень полезные вещи нам дала. Может быть, за это ее, кстати, прогнали. Брыжет хорошими вещами. Негоже портить рынок, конкуренцию. Ну, там чисто взаимодействие с внешним миром, ее за это прогнали. Ну, больные на религию люди, там у них что поделаешь. Почему-то... Уверен, что хоть... Нет! Ничего не хочу удалять. Спасибо. Так, вот здесь, отлично. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось. Лайк, комментарий, подписка на канал. Ссылки в социальные сети в описании. Ну и донейшн, если что, буду очень признателен. Ну, а с вами был Вескер, Амбрелл Тачинг. Доброго всем вечера и удачи. Ой, как я соскучился по этому наряду.